Здравствуйте, друзья! Компания «Вспорте.ру» и Северная лига ЛФЛ начинает прямую трансляцию матча пятого тура высшего дивизиона. ЦДК «Легион» и это встреча соперников, которые занимают места в первой шестерке. Причем легионеры на сегодняшний день находятся выше армейцев и имеют преимущество по потерянным очкам. Но, в общем-то, фаворитом этого матча все равно стоит считать ЦДК, команду, просто большего достигшую за последние сезоны. Как-то сложится сегодня, посмотрим. Главный арбитр сегодняшней встречи Александр Дударев вывел команды в центральный круг. И практически все готово для начала игры. Вот, звучит стартовый свисток. Представлюсь сам в начале, ваш комментатор на эту игру Кирилл Разумовский. Легион в черной форме сегодня, ЦДК в красно-синей. Ну и по составам давайте пробежимся. Представлю футболистов, которые начинают этот матч. У ЦДК в воротах Денис Зайка, номер один. Три защитника. Слева Владислав Катажонков, номер 11. Андрей Смирнов в центре, номер 3. И Вячеслав Саркисов на правом фланге, номер 20. Ну и вот четыре полузащитника. Та схема, которую предлагает Михаил Бесчастных в последнее время. Валерий Лихобабенко, 6-й на фланге, в центре Сергей Краха, 88-й и 77-й Максим Бунтов. И на другой бровке Алексей Милешин, номер 8. При этом, понимаете, что схема гибкая, схема мобильная, и поочередно то один футболист, то другой оказывается на острие. С другой стороны, вот мы привыкли, что у ЦДК играет Андрей Говоров в последнем сезоне чаще, ну или Александр Туменко. Оба на скамейке запасных, и оба будут выходить по ходу встречи, подменяя кого-то из полузащитников. Причем и у Говорова, и у... После этого момента Попенко-Зарян открывает счет. Стык в центре поля. Александр Седов на газоне находится. На второй минуте «Легион» счет открывает. И придется немножечко отложить разговоры о составе ЦДК. Казарян здорово разобрался в ситуации. Сейчас очень хладнокровно мяч мимо голкипера армейцев запустил. Ну а Седов... Выступающий сегодня в защитной маске после перелома носа. В такой неприятный стык попал. И даже я специально паузу взял, чтобы посмотреть, как будет с самочувствием у капитана «Легиона». Вроде бы все ничего. Поднялся, готов играть. Ну, а с другой стороны, я практически не сомневался. Если бы только бульдозер не переехал Седова, тогда, может быть, он с поля ушел. Ну, давайте закончу буквально в двух словах про состав ЦДК и перейду к легионерам. Они уже счет открыли, я не назвал состав стартовый. Такое бывает в ЛФЛ. Динамично развиваются события. И сейчас «Легион» в атаке. Павел Андрианов, если бы в центр убирал мяч, может быть, получил бы преимущество. Но не получил по итогу. Итак, Говоров и Туменко имеют определенные повреждения. Отсутствуют Алдонин и Вашурин. Но, тем не менее, армейцам на состав... На отсутствие каких-то игроков грех жаловаться. Здесь, в принципе, достаточно глубокий ростер, глубокая заявка. И 5 футболистов заявлено в запас. «Легион» в воротах Александр Дементьев, номер 35. Три защитника слева направо. Иван Нехорошев, 23-й. Дмитрий Неруков, 33-й. И Сергей Борзенков, 55-й. В опорной зоне Александр Седов, 17-й капитан команды. Павел Андрианов, 69-й. И Дмитрий Ефремов, 8-й. Это линия полузащиты. Игроки, которые будут помогать единственному нападающему, в роли которого Попенко-Зарян, уже отличившийся в этом матче. Штрафной сейчас Хтаженков зарабатывает, и Говоров выходит со скамейки для того, чтобы этот стандарт исполнить. Посмотрим. Да, заменил он Бунтова.
и собирался провести краха, но в итоге Говоров. Но это правильно, и, в общем-то, частенько мы такое видим. Отличные удары, блестящие. Дементьев играет, переводит мяч на угловой. А тут что? Да, Александр Дударев просит повторить удар, ну или розыгрыш точнее. Бунтов вернулся на поле, Говоров ушел, и Бунтов сразу с мячом. Передача в центр не проходит. И еще один корнер. Ну что ж, сказал я, что ЦДК фаворит, но это номинально. А сейчас вот смотрите в таблицу Live. И, пожалуйста, Легион опережает армейцев по состоянию на текущую минуту на 3 очка и имеет игру в запасе. Делайте выводы. Легион на 5-м месте. Очень удачный старт. И я хотел сказать, может быть, по ходу игры, но и сейчас хорошая для этого ситуация, что Легион пока не теряет очков, так называемых своих очков, в матчах против соперников, которые ниже него в турнирной таблице располагаются. Но легионеры всего одну игру провели против топ-клубов и проиграли Неве. Причем ну, там можно говорить о том, что шансы определенные были, но, с другой стороны, Нева преимущество в классе просто реализовала. И вот сейчас испытание, можно сказать, первое после долгого периода, долгого такого старта и удачного календаря для Легиона, когда приходилось в основном с аутсайдерами либо середняками проводить матчи. И пока легионеры очень здорово смотрятся, очень компактно команда играет. Хороший настрой, очевидно. Ну и у Легиона еще больше запасных игроков тут на вторую команду наберется. Поэтому у тренерского штаба есть возможность определенные коррективы вносить по ходу встречи. Ну и, возможно, это понадобится уже прямо сейчас, потому что на газоне Ефремов, ему досталось, и сейчас Александр Седов выясняет своего партнера, сможет ли тут игру продолжить. А даже там какая-то заморозочка. Ефремов поднимается, прихрамывая. Возможно, будет замена, но не прямо сейчас. Борзенков. Седова передача получилась. Я думаю, что планировал-то вперед отдать, но получилось даже еще лучше. Казарян против Саркисова вроде выбрался на хорошую позицию. Там Лихобабенко своего партнера подстраховал. Дальше армейцы начинают свою атаку. Тажонков на левом фланге. В центр Смирнову. Тот на Бунтова. И Бунтов подключает Саркисова. Но коснулся мяча головой Иван Нехорошев. И будет аут в пользу армейцев. Бунтов. Саркисов. Прострел. Пока Милешин не заметен совершенно. Поменял он позицию, сейчас освободив правый фланг. Но это та особенность, о которой я начал говорить, и о которой, наверное, не успел как следует подробно рассказать, потому что Легион тут сразу огорошил соперника быстрым забитым мячом. Михаил Бесчастных придумал достаточно прогрессивную схему, но она не нова, потому что армейцы до прихода Андрея Говорова частенько играли без нападающего чистого, потому что ну, просто не располагали таковым в составе. Зато линия полузащиты очень серьезная, очень представительная, и вот как раз для многих игроков удобнее действовать из глубины. Но, конечно, это более энергозатратная схема, и здесь футболистам приходится меняться местами, большой объем работы выполнять. Поэтому посмотрим, только притираются сейчас детали механизма, и армейцы, в принципе, потихонечку набирают обороты, но вот паузы, которые в чемпионате возникают, они, конечно, не на руку, наверное. С другой стороны, вот сейчас все вернутся в строй, и вот ЦДК совсем другой состав будет, потому что и Алдонин, и Вашурин — это игроки старта. Здесь нарушение. Бунтова руками отталкивал
Дмитрий Неруков, но вот Седов недоволен решением Александра Дударева не по факту самого нарушения, а потому что только что в похожей ситуации Смирнов Казаряна также оттирал, и в той ситуации арбитр никакого нарушения не усмотрел. Очень важно для арбитра быть последовательным, и очень важно, чтобы футболисты понимали, какие ситуации стоит считать одинаковыми. Лихобабенко, волшебная левая, как говорили во время его выступления за футбольный клуб «Барс», комментатор западной премьер-лиги. Но сейчас ничего волшебного не получилось. Тем не менее, армейцы сохраняют мяч на левом фланге. Милешин крутит, вертит, ищет варианты, только назад удается сыграть. Направо еще раз Лихобабенко. Вот сейчас здорово! И Крахан в ударной позиции. Ефремов отработал в обороне, не позволил своему оппоненту пробить, скажем так, с удобной позиции. Ну и передача Бунтова, наверное, чуть-чуть высоковато пошла. А так, сама по себе геометрия атаки очень, очень перспективно выглядела. Здорово, армейцы разыгрывали. Здесь угловой. Угловой вроде бы вышел мяч. Да, и увидел это Дударев. После скидки Андрея Смирнова в борьбе с Казаряном Денис Зайка не сумел удержать мяч в поле. Угловой, это 11-я минута, и «Легиону» сейчас нужна пауза. Александр Седов как раз не торопится, не спеша туда к флажку бредет, понимая, что для «Легиона» выгодно, наверное, разбивать игру на отрезке. Подача, и вот очень опасно, Лихобабенко выбивает, но мяч штрафной сохраняется, но не надолго, и сразу ЦДК разжимается в контратаку. Здесь забегание Лихобабенко по бровке, Бунтов натягивает на себя защитника, находит Лихобабенко, прострел, неудачная передача Лихобабенко. Перспективный момент загублен, но «Легиону» нужно быть внимательными на стандартных положениях, вот такие угловые с возможными контратаками. Это шанс для соперника. ЦДК умеет, естественно, исполнять такие эпизоды. И я не думаю, что долго команда будет момент ранжирить, если она их будет вообще создавать. Ну а «Легион» в матчах высшего дивизиона, третий сезон команда проводит в элитной группе, уже приучил, что против сильных соперников, особенно поведя в счете, умеет закрыться и ловить возможности для контратак. Собственно, ЦДК в этом отношении для «Легиона» достаточно удобный соперник. Ну, вот есть команды, там Нева, например, или Гефест, которые все-таки в меньшей степени дают играть своему оппоненту. ЦДК играет сам и дает играть другим, но для «Легиона» это как раз неплохо. Обычно, если удается закрыться, то моменты на контратаках возникают регулярно. Поэтому 4 матча в чемпионате «Легион» и ЦДК провели, и только один раз армейцы смогли выиграть. Сейчас Седов бросает прорыв Казаряна. Нужно в центр мяч под удар убирать. Убирает под левую, блестяще! И Зайка выручает свою команду. Казарян, может быть, не самым лучшим образом исполнил завершающий удар, но нестандартным финтом обыграл Смирнова. Тот, очевидно, тоже, как и я, ожидал ухода в центр от нападающего, а тот под лево подправил. Сегодня подобный гол Андрей Фандеев забил за «Голдшарк» ворота APC. Ну и раз уж об этом разговор зашел, назову результаты оставшихся матчей. Вчера «Гефест» в тяжелом достаточно для себя поединке переиграл «Беду» 4-2. Сегодня «Голдшарк» выиграл у APC 4-1, и МЗКП переиграли «Стеллу» 5-3. Краха на ударной позиции бьет из-под Борзенкова, но это выше ворот. Практически четверть матча позади. «Легион» ведет благодаря голу, который забил Попин Казарян на 2-й минуте. И ну вот, за исключением, наверное, штрафного в исполнении Говорова, больше работы такой серьезной у Александра Дементьева не было.
Вот это когда замены происходят, и я думаю, что они будут происходить достаточно часто. Ну, вот представьте футболистов, которые на поле появились. Итак, Роман Памшев вышел. Вышел в линию полузащиты, я так предполагаю, вместо Бунтова. И Александр Авдеенко, вот он с мячом. Появился на правой бровке в обороне. Соответственно, Авдеенко заменил Вячеслава Саркисова. У легиона. Но пока изменений. Пока изменений, хотел сказать, нет, но на самом деле есть. Все-таки вышел Никита Демченко по 25-м номерам, и он заменил Ефремова. Возможно, здесь как раз дело в травме. Ну, а с другой стороны, середина тайма, здесь уже и плановые замены могли подойти. Сейчас хороший прессинг на чужой половине. Нехорошев отбирает мяч у Авдеенко, а затем Казарян угловой зарабатывает. Седов опять будет подавать, но Казарян рядом, тут возможен розыгрыш. Отодвигает арбитр защитников, действительно розыгрыш. И Седов с правой ноги подает, удачно получилось, Казарян все правильно сделал. Нужно было избежать возможной контратаки, поэтому Казарян пробил, хоть и неудобной позиции, но, тем не менее, атака логическим образом завершилась. Теперь армеец атакует, Хтажонков через Памшева играет, пока мяч на левой бровке. Смирнов. А сейчас Казарян чуть-чуть не доработал, упустил Смирнова, и тот помог своим партнерам из сложной ситуации выбраться. Контроль мяча, ЦДК... Таким краеугольным камнем вот этого позиционного нападения является, и в нем принимают участие все футболисты, в том числе и защитники. Опять Седов на газоне. Игра плотная, и я бы не сказал, что грубая, но действительно стараются соперники друг другу поменьше места оставлять. Поменьше места свободного пространства и сразу накрывать. Казарян, автор забитого мяча, отправляется на скамейку запасных. Вместо него Арам Саркисов. Под 45-м номером играет этот форвард. И его появлению на поле от чего-то рад и Андрей Смирнов тоже. Сразу же единоборство выигрывает. Но легион сохраняет мяч. Борзенков из-за боковой. Седов. В руку мяч подает Памшеву, но это не фол. И дальше аут в пользу ЦДК. Смирнов. Кстати говоря, с капитанской повязкой. Здесь нет вариантов. Приходится назад. Зайка. Армейцы заявили еще одного голкипера. Ну, потому что, как мы и говорили, периодически случаются ситуации, когда второй ветеран нужен. У ЦДК исторически практически всегда на одного вратаря делалась ставка. Когда был Илья Горшков, вот эти несколько сезонов, сезонов 5, не меньше. Но даже Горшков играл не всегда. И когда столкнулись с этим, Александру Авдеенко пришлось ворота защищать. Ну так, пошуршали по сусекам и дозаявили Александра Незрюхина. Тот защищал ворота ЦДК в матче Лиги Чемпионов против усадьбы Банной. Ну и, конечно, это разноплановые вратари. Денис Зайка, как мне кажется, получше ногами играет. Что касается вратарских умений, то здесь воздержусь от оценки. Пока мы... Недостаточно информации набрали для того, чтобы этих голкиперов сравнивать. Авдеенко, Смирнов, Бунтов опять вернулся на поле. Краха. Мелкий перепас, но пока без угроз воротам непосредственно.
Бунтов опять. И вот здесь небольшая несогласованность. Ну, Бунтов не собирался отдавать передачу Лихобабенко. На самом деле он планировал сделать внешний сразу стопы пас вперед. Поэтому ошибся. Но Лихобабенко находился на одной линии с ним, и получилось странно. То есть пас-то вперед был таким неоднозначным и неочевидным. Лихобабенко был рядом, и с точки зрения контроля нужно было ему отдавать передачу. Здесь Памшев против Седова, и в итоге выходит победителем, хотя Седов до конца прессинговал своего оппонента. На левом фланге мяч Хтажонков дает неточную передачу. Павел Андрианов здорово отработал. Ух, какой неожиданный и опасный удар. И Дементьев, несколько судорожно так, но главное, что и мяч отразил, и потом его выбить сумел. Не зафиксировал. Армейцы продолжают атаковать. И опять неточная передача. Павел Андрианов обгоняет сейчас Андрея Смирнова. Но это удар, наверное, был. Потому что вряд ли рассчитывал 69-й номер, что Арам Саркисов туда успеет. Ну а удар серьезным не получился. Авдеенко. Вперед передача в направлении Бунтова. И мяч в поле. Памшев. Ну, если ЦДК не прибавит, то пока не видно, за счет чего собирается эта команда вскрывать оборону Легиона. Легион ведь на самом деле ничего сейчас фантастического не демонстрирует, но достаточно играть просто компактно и надежно в обороне. И вот этот перепас перед штрафной, он особенной угрозы-то не несет. А вот контратаки неплохие. Демченко, Седов подключает, можно в касание бить. Но Седов убирает под себя, назад передача. Демченко, нет, это плохой удар. И мне показалось, что Седов должен был с левой, причем с своей рабочей ноги удобно бить поворотом. И, возможно, даже в расчете на добивание какое-то, если бы Зайка с этим ударом справился. Ну, собственно, Седов я уже, наверное, и не сосчитаю, но несколько сезонов последних точно, наверное, сезонов 5 как минимум, не играет в нападении. Больше сосредоточен на организации игры в центре поля. И мне кажется, что ему не хватило вот этой практики игры как настоящий форвард. Раньше, на заре существования Любительской футбольной лиги, после этого момента Бунтов сравнивает счет, и здесь комбинация классная была. Буквально на секунду Бунтов отклеился, как и в предыдущем случае с Казаряном, хватило этого эпизода, и сразу же мимо Дементьева мяч направил. 1-1 на 22-й минуте. Вот, пожалуйста, мастерства армейцам хватает, чтобы первый же свой по-настоящему опасный момент реализовать. Ну и как раз, наверное, в тему получается, потому что я-то вел к чему, что нападающий вот такой штатный, настоящий, он всегда заточен на завершение атаки. Что Казарян, что вот Бунтов сейчас продемонстрировали. Мяч штрафной, есть свободная позиция, и, естественно, сразу наносится удар поворотом. Седов в предыдущей атаке сыграл как полузащитник, попытался улучшить ситуацию, улучшить положение, сыграть на партнера, и не улучшил. И, наверное, неправильно говорить, что это как бы ответ, да, и наказание за нереализованный момент, но в том числе, почему нет? В чем-то какая-то доля, наверное, истины в такой оценке существует, присутствует. Ну а здесь нарушение, и Саркисов желтую карточку сейчас получит. Это грубая игра. Ну, вы знаете, здесь спор-то в чем? Что, опять же, Саркисов недоволен решением арбитра. Он говорит, что не коснулся игрока. Ну, может быть, здесь Александр Дударев посчитал, что такой агрессивный был подкат, и здесь можно было нанести травму, даже если контакта как такового не было, все равно это действие посчитал арбитр неправомерным и нарушением правил, тянущим на
Предупреждение. У ЦДК на поле вышел Говоров, но сейчас не это главное. Тут столкнулись лбами боровшиеся за верховой мяч Владислав Хатажонков и Станислав Мухин. Но Мухин тоже только что на поле вышел. Ну и, собственно, лбом-то только Хатажонков сыграл, а Мухину в затылок попало. Поэтому такие эпизоды всегда представляют опасность определенную для здоровья игроков. Арбитр все верно сделал. Теперь игру можно продолжить. Ну и смотрите, ЦДК все-таки с выходом Говорова переходит на игру с нападающим. Потому что Говоров по последнему защитнику сейчас располагается рядом с Дмитрием Нероковым. Единственный на чужой половине поля в составе красно-синих. У Легиона видоизменилась схема следующим образом. Демченко играет на позиции левого защитника, Мухин справа в обороне. Вместо Александра Седова по 21 номерам на поле вышел Артем Лагуткин. И вернулся Дмитрий Ефремов. Ошибается. Здесь Демченко переоценил свои силы. Говоров мяч притащил. Очень легко обыграл Нерукова, но удар у 13-го номера ЦДК не получился. Двадцать шестая минута заканчивается. 1-1. Ну и смотрим мы игру равных команд. Я не скажу, что кто-то владеет ощутимым перевесом игровым. У Легиона еще одна замена. Сергей Миронов на концовку первого тайма вышел. У него второй номер. И он заменил Мухина. А Мухин, видимо, все-таки получил повреждение в предыдущем эпизоде. Поэтому Демченко перешел на правую бровку, а Миронов будет слева действовать. Здесь фол. Памшева затоптали. В какой там стадии этого единоборства были нарушены правила, не совсем понятно, но точно кто-то кого-то зацепил. У ЦДК отдыхать отправился Валерий Лихобабенко и Андрей Смирнов. Отправились, я бы даже сказал. В центре обороны теперь играет Саркисов. Ну вот Авдеенко к атаке подключился. Очень здорово убрал Павла Андрианова. Передача в штрафную. Момент. 2-1. Максим Бунтов дубль оформляет. И очень здорово сыграл Авдеенко. Просто великолепно. Знаете, таким мини-футбольным финтом по большому счету. Убрал соперника. Вот всегда кажется, что со стороны, что здесь ничего сложного нет. Но на самом деле Павла Андрианова в воздух поднял, купил вот этим движением и дальше отдал точную передачу. Опять же, передача, может быть, была и не такой идеальной, но Бунтов здорово разобрался. И опять мы говорим о том, что когда ударная позиция, когда мяч в штрафной, около вратарской, очень важно принять правильное решение и этот эпизод завершить. Бунтов пока лучший игрок в этом матче в составе ЦДК. У Легиона могла получиться контратака, но Лагуткин далековато мяч себя отпустил. Авдеенко. Мелешин. Бунтов. Вот здесь не было нарушения. Мне показалось... Ну, вы знаете как, вроде бы в начале подталкивал своего оппонента Миронов. Но затем Бунтов прокатил мяч подошвой, и мне показалось, что чуть-чуть на этом мяче споткнулся. Нет, все-таки штрафной.
Еще один момент. Бунтов простреливает вдоль ворот, потому что бить было неудобно. Совсем уж острый угол. Сразу мне вспомнилось, и я думаю, что вам тоже, вспомнился эпизод из заставки, где Бунтов в похожей ситуации, но чуть более удобной позиции с лета забил. А здесь момент у Говорова. Ух, мощнейший удар с линии штрафной. Дементьев взглядом мяч провожал в надежде, что тут не попадет в створ. И действительно, Легион сейчас буквально отскакивает. Получить третий гол на последней минуте первого тайма, пожалуй, такого команда Александра Седова не заслуживает. Памшев вперед на Говорова. Тот верховую борьбу выиграл, но скидку выполнил неточную. Саркисов налево. Вот неплохо, но какой хороший подкат Памшева. Милешин, Памшев. Ну все, выбирается из-под прессинга ЦДК. Ну и учитывая, что 20 секунд остается, наверное, стоит мяч подержать. Потом провести последнюю атаку. Очень хороший контроль сейчас в исполнении красно-синих. И Александр Дударев на табло кинул взгляд. Пожалуй, что-то там он должен компенсировать. Два момента было, когда Седов получил повреждение перед голом и затем по столкновениях Тажонкова и Мухина. Но вот эти секунды истекли, и команды отправляются на перерыв. 2-1, ЦДК пока обыгрывает Легион. Отдыхаем пару минут, возвращаемся к началу второй половины. Возвращается команда на поле. Все готово к началу второго тайма матча пятого тура высшего дивизиона ЦДК «Легион». И он стартует при счете 2-1 в пользу армейцев. Для тех, кто только сейчас подключился, напомню, как события развивались. На второй минуте Попин Казарян открыл счет. Ну а затем, скажем так, уже в концовке, на 22-й минуте и на 28-й, Максим Бунтов оформил дубль и позволил своей команде перехватить лидерство. При этом должен сказать, что игра в целом равная пока. ЦДК, ну просто в силу своей игровой философии, чуть больше владеет мячом, но я бы сказал, что для Легиона это типично в таких встречах. Можно считать это частью стратегии. Легионеры отдают инициативу и пытаются играть на контратаках. Такие контратаки были. Может быть, недостаточное количество для того, чтобы забить второй мяч. Но в целом и у Александра Дементьева работы было немного. Пока, ну, практически 100% реализацию команды в этом матче демонстрирует. Бунтов. Здесь здорово Неруков у него из-под ноги выбивает. Вячеслав Саркисов. Милешин. Неточный пас в центр. Ну, давайте всех футболистов представлю. В следующих сочетаниях вторую половину начали команды. Да, мяч покинул пределы поля. Чуть-чуть не повезло Максиму Бунтову. Итак, у ЦДК ворота Денис Зайка. Сейчас три защитника. Зав Хатажонков, Александр Авдеенко и Вячеслав Саркисов. В линии полузащиты Валерий Лихобабенко, Алексей Милешин, Сергей Краха и Максим Бунтов. Ну и без нападающих. Сейчас армейцы действуют, как и начинали этот матч. Хотя Бунтов по ситуации чуть выше партнеров располагается.
У «Легиона» в воротах Александр Дементьев. Три защитника. Только что на поле вернулся Сергей Борзенков, значит, Неруков. В центре Миронов, слева Борзенков. Справа Александр Седов в опорной зоне. Павел Андрианов, Ефремов. Это линия полузащиты. И Настре Попенко-Зарян. Алькисов, Лихобабенко. «Легиону» не удалось выбраться со своей половины. Практически прессинг пришлось разбивать на линии. На линии ворот, наверное, в месте, где она пересекается с линией штрафной площадки. Лёшин назад. Саркисов. Авдеенко, Лихобабенко. Смотрел налево, но нашел еще лучший вариант. Успевает Миронов, а там передача в направлении Бунтова. И доходит мяч до Бунтова. А теперь после касания с головой Крахи. А здесь момент у Годожонкова. И Александр Дементьев, как в хоккее, знаете, плечо поднимает и отбивает мяч на угловой. Хотя шансов-то было немного. Если бы чуть в сторону попал защитник ЦДК, был бы третий мяч. Сразу предъявляет претензии Дементьев. В такой ситуации, да я не скажу, что это какие-то даже какие-то реакции или какие-то рефлексы. Просто повезло, ну, сыграл по максимуму, как казалось вратарю, по максимуму перекрывая створ. Ахтажонков пришел в ближний угол пробить. Еще одно повреждение. И поэтому пауза. Почему армейцы мяч с боковой выбили? Значит, Попенко-Зарян сейчас вернет сопернику владение. Ну, там в центре поля небольшой стык был с участием Павла Андрианова. Да, ну, затем он решил еще бутсы перешнуровать. Ну вот Казарян мяч возвращает. Саркисов. Пока легионовского Саркисова на поле нет, можно армейского по имени не называть. Авдеенко. Лихобабенко. Тажонгов на фланге. Назад. Лихобабенко. Ух, Ефремов мог передачу прервать, а в итоге дошел этот пас до Бунтова. И теперь уже Бунтов ошибается. Вячеслав Саркисов страхует своих партнеров, попроще играет, выбивает мяч за пределы поля, но Казарян там стартануть не сумел с нужной мощностью, скажем так, чтобы к мячу поспеть. Неруков, Дементьев, длинный пас вперед. Казарян. Чтобы выбраться на ударную позицию, приходится очень много сил тратить. Натыкается в итоге на Саркисова и штрафной зарабатывает. И точка для самого Казаряна в том числе. Я в первом тайме говорил, что ЦДК только один раз обыграл «Легион» в матчах чемпионата высшего дивизиона. И случилось это в марте прошлого года. До этого три игры положительным для «Легиона» результатом закончились. Там была одна победа, но и две ничьи можно считать таким неплохим исходом. А сейчас «Легион», пожалуй, счет 1-2 не устроит. Не самый удачный штрафной, но мяч остается у черно-серых. Из-за боковой на Ефремова. Тот неправильно рассчитал ситуацию, отскок мяча от газона. И в итоге даже Александр Седов вот так в сторону ворот попытался мяч переправить. Зайков внимательно сыграл
И по-настоящему опасного момента не получилось, но в принципе вот простой аут и пожалуйста вам. Теперь Седов на газоне, и что опять случилось? Сейчас на ровном месте практически, потому что мне показалось, там никакого стыка-то и не было. Но может быть это последствия того эпизода, который в первом тайме заставил капитана Легиона использовать медикаменты. И вот сейчас замораживает там ушиб колено, по-моему. Ну, Седов к нам спиной располагается. Не вижу я, что именно там он морозит, бедро или колено, но это вот в моменте с голевой передачей. На второй минуте случилось. И Седов, конечно, олицетворение бойцовского духа. В маске защитной после перелома носа, с травмой колена. Как угодно, лишь бы помогать команде. Милешин на правой бровке. ЦДК начинает новую атаку. Отличный прострел. Ой, у Крахи был шикарный момент для того, чтобы счет увеличить. Просто не попал по мячу. После таких прострелов, наверное, другой ногой было бы удобнее пробить. Но в любом случае, если бы в касание переводил мяч в дальний угол, у Дементьева немного было бы шансов. Пока все-таки счет скользкий. Саркисов. Неточный пас. Здесь Седов в отборе. Лешин, Бунтов. Назад. Авдеенко. Милешин. И это желтая карточка Сергея Миронова. Срыв атаки. Здесь просто и рукой придерживал, и еще так, для верности подножку сделал. 40-я минута. Вторая карточка у нас. Еще раз скажу, что матч не грубый. В первом тайме Арам Саркисов получил предупреждение. Так что оба горчичника на счету футболистов Легиона. ЦДК предпочитает разыграть штрафной. Бунтов назад. Авдеенко. Знаете, Александр Авдеенко открытием чемпионата в составе ЦДК лично для меня является. Ну, какую они там геометрическую комбинацию классную нарисовали в игре против Интера. Во-первых, это вот то, что навскидку. Вообще очень уверенно играет и на позиции центрального защитника, и на фланге. И вот в этом контексте даже странно, что в свое время позволили этому игроку состав покинуть руководителя армейцев. Но Дмитрий Свиридов неоднократно говорил. Так, теперь здесь желтая карточка. Как раз Авдеенко за фол против Арама Саркисова. Но здесь в борьбе. Здесь, в общем-то, оправдано. Штрафной. Здесь и Казарян может пробить, и сам Саркисов, и Седов с левой ноги. Ну, по крайней мере, мяч в руках у капитана Легиона. И так по его виду сейчас вроде не собирается он отдавать право удара своим партнерам. Ну и пока подготовка к штрафному происходит, я свою мысль закончу. Это сигнал Александра Авдеенко. Дмитрий Свиридов говорил, что Авдеенко остается частью команды и на других турнирах за ЦДК выступает. Просто было достаточно много игроков, и не всем хватало игрового времени. Но вот сейчас Авдеенко вернулся, и он явно армейцев не ослабил. Ну а у Седова штрафной не получается, выше ворот и прямо по центру. Я думаю, что даже если бы на нужной высоте мяч летел, проблем у Дениса Зайки бы не было.
18 минут в этой игре. Еще команды придут на поле. И пока 2-1. Михаил Бесчастных сейчас очень эмоционально в паузе как раз своим партнером и подопечным в какой-то степени высказывал, что необходимо просто придержать мяч. Не нужно лететь вперед и дождаться ошибки соперника. И вот почти такой Максим Бутнов дождался, но переиграть Александра Дементьева не смог. Что имел в виду Бесчастных? Ну, прежде всего, что сейчас схема игры армейцев предполагает контроль мяча. И Легион, команда неплохо готовая к таким плотным действиям, перекрывает зоны и так далее. Она, в общем-то, имеет определенные шансы, когда соперник оставляет свободные зоны. Если держать мяч и не большими силами не ходить вперед, то у ЦДКА моменты все равно будут. Вот типа таких. И сейчас забивает Ктажонков. На этот раз расстреливает он Александра Дементьева. И здесь кто-то напортачил. Надо разбирать в опорной зоне подключение защитника. Проморгал. Казарян был в этой зоне. Ну и Дмитрий Неруков не сумел помешать Максиму Бунтову сделать скидку. На 44-й минуте этот гол состоялся. 3-1. Армейцы продолжают атаковать на волне успеха. Еще один раз Ктажонков оказался в штрафной с мячом, но не придумал, как завершить эту атаку. Убрал мяч под себя и ткнул в сторону ворот. У Легиона могла получиться контратака, но Казаряна выжили к бровке. Так, сейчас замена. Туменко выйдет на поле. И на поле уже Говоров. Он чуть раньше появился. Также Памшев в линию полузащиты вернулся. Но в обороне все остается по-прежнему. Из всех полузащитников только Краха пока не меняется. Ну и, наверное, это правильно, потому что он дает объем движения, объем перемещения в центре поля. Туменко будет ближе к флангу играть. Памшев на позиции центрального хавбека. Павел Андрианов идет в проход. Говоров его цепляет. Это не грубо. Это штрафной и такой тактический фол скорее, чтобы остановить атаку Легиона. Дальний удар Казаряна. Не очень удачный. А вот Говоров удачно сыграл как раз сейчас. Памшев натянул троих соперников, а в итоге удачно получилось. Нет. Отскок не рассчитал Александр Туменко. А передача Ктажонкова троих отрезала. Теперь Михаил Бесчастных вместо Вячеслава Саркисова. Сейчас на пятый номер. И вот именно поэтому пару минут назад я сказал, что не только подопечный, но и партнер. Сейчас играющий тренер. Но первый пас в этом матче неточный отдает Арам Саркисов. Теперь обратная ситуация. Теперь только легионовский Саркисов на поле. Здесь Миронов Говора придерживал, но в таких ситуациях все друг друга держат руками, и посчитал Александр Дударев эту борьбу корректной. Дрианов.
Фремов, Казарян. Казарян, посмотрите, как низко опускается. Понятно, что сейчас, когда Саркисов на поле, Казаряну как полузащитник приходится играть. Но даже среди всех полузащитников он опускается ниже всех, чтобы забирать мяч. Как по мне, это не дело Папина Казаряна. Готовить атаки и разыгрывать мяч, особенно своей половине. Этим должен заниматься Павел Андрианов. Краха. Казарян отрабатывает, кстати, против него и догоняет на дистанции, но все равно аут в пользу красно-синих. А здесь какая-то секундная расслабленность, и Роман Памшев забивает четвертый мяч. Не добежал Ефремов, никто не разбирал игроков вообще на этом ауте, и очень просто все. Вот мяч из-за боковой. И точный удар в угол. 4-1. Пожалуй, эту игру «Легион» проиграл. Второй тайм ЦДК, конечно, по-взрослому провел. Вот, то, что Бесчастных говорил, еще находясь на скамейке, казалось очень правильным. Вот сразу прямо-таки бежать, забивать не стоило. Своих шансов достаточно армейцы получили. Авдеенко, Говоров решил не бить, еще улучшить. В итоге получилась неточная передача, но атака все равно хорошая была. И более того, у «Легиона» быстрый ответ не выходит. Все армейцы успели вернуться на свою половину. Саркисов, здесь Туменко опережает Ефремова. Если в первом тайме мы равный футбол наблюдали, то сейчас в плане контроля мяча, в плане контроля игры, я бы даже сказал, армейцы «Легион» полностью превосходят. Ну а мастерство и реализация моментов говорит сама за себя. 4-1. Собственно, «Легион» забил на второй минуте, а следующий 48. Армейцы выигрывают со счетом 4-0. Мне кажется, что ошибки при подготовке к матчам с середняками, «Легион» все-таки по прошлым сезонам, да и в этом, наверное, стоит пока еще к середнякам относить. Команда нестабильна все равно. Но она уже может быть чуть лучше, чуть увереннее себя чувствует в играх с равными, но есть все-таки топ-клубы. И вот там пока не всегда получается добиваться какого-то результата. Так вот, эти ошибки были учтены, выводы соответствующие сделаны. И больше ни о какой недооценке речи не идет. ЦДК научился... Научился, ну, что ли, уважительно к таким соперникам относиться. И, соответственно, играть всерьез. А всерьез это значит, что вот так вот очень издалека, да, очень приблизительно. Представьте себе, что сейчас армейцы играют, ну, с кем-то из своих конкурентов. Наверное, запас, конечно, и должен быть. Но в любом случае играть нужно примерно по той же тактике. То есть не закидывать никого шапками, не спешить, а реализовывать свое преимущество планомерно. Бунтов уже практически во вратарской. Крутит, вертит тут. Передача только не проходит. Шанс определенный был. А теперь есть шанс в контратаке у Арама Саркисова. Он домчался до чужой штрафной, простреливает. Мне кажется, что далековато он в бровку ушел. Нужно было раньше угол резать, было бы опасней. Туменко на Бунтова. Бунтов лучший игрок этой встречи.
Хотя у ЦДК и Авдеенко неплохо смотрелся, и Хтажонков. Ну, в общем, тут выделять кого-то, наверное, не совсем правильно. Как команда очень здорово армейцы сыграли. Краха большой объем работы выполнил. В голевых комбинациях также поучаствовал. Тажонков. Ну, вот здесь уже начинается такое, знаете, такой кураж начинается. Нужно все-таки было завершать ту атаку чуть раньше. Вот таки дали шанс Дементьеву выручить, он выручил. Ну, понятно, что за 7 минут до конца при счете 4-1 можно себе это позволить. Но, с другой стороны, почему не забить-то? Легион в обороне сейчас играет уже не так плотно. Ну, посмотрите, сколько свободного пространства. Ой, как здорово! И опять доверенного разыгрывают. Пытаются разыграть армейцы. И последняя передача не проходит. Краха скидывал в направлении Говорова. Так, здесь замены. У Легиона уходит Ефремов и Неруков. Седов и Нехорошев возвращаются на газон. Соответственно, Борзенков приходит на позицию центрального защитника. У ЦДК отправляется отдыхать Краха. Вместо него Лихобабенко. И Саркисов вместо Авдеенко. Хорошая передача, и мяч доходит до Лихобабенко. Пробить, наверное, было сложновато из этой позиции, но все-таки так в сторону ворот Лихобабенко мяч направил. 6 минут. У Легиона, чтобы чуть-чуть улучшить результат. Я не думаю, что тут можно за что-то зацепиться. Но, во-первых, и голы важны. Потому что, кто знает, как на финише первого круга будут распределяться места. Где-то и по разнице мячей. Запас пока у Легиона есть относительно конкурентов. Но еще достаточно много матчей против соперников из лидирующей группы. И с Гефестом играть, и с Интером, и с Динамо. Так что борьба за шестое, седьмое, восьмое место пока только начинается, пока только так всерьез разворачивается. Я думаю, что все-таки победа сегодняшней армейцев и возвращение ЦДК в первую пятерку. Ну, это такое логичное и правильное событие. Правильное все-таки с точки зрения реального распределения сил. Казарян. Саркисов, Казарян, а с левой пробить, а левой ноги нет. И мяч Казаряна уходит за лицевую линию. Милешин на концовку вместо Бунтова. Это замена у ЦДК. Ну, все понимают. В общем-то, команды доигрывают, наверное. Лешин. Туменко. Лихобабенко. Ах, какая отличная передача. Бесчастных. Ну, забивай. Нет, не забивает и не забивает Говоров. Но забивает Туменко. В борьбе с Иваном Нехорошевым. Ну и кому предъявляют его претензии футболисты Легиона? Друг другу, кто-то не добежал, кто-то кого-то не накрыл. Но здесь вся комбинация была таковой, что шансов не пропустить было немного. В конце 57-й минуты. Пятый мяч легионеры пропускают. Ну, Александр Туменко, как и говорил мне до матча, что
Выйду там на 3-4 минутки. Может, забью. Ну, вот забил. Правда, не 4 минутки, конечно. Преувеличение. Но поскольку все равно не в оптимальном состоянии, и Говоров, и Туменко, и некоторые другие футболисты, и состав не оптимальный. Вот оптимальный результат. Мяч опять штрафной. И здесь опять было достаточно опасно. Армейцы продолжают атаковать. Лихобабенко. А с правой может? А нет, делает передачу. Бесчастных. Лихобабенко, Милешин. Ух, как Валерий Лихобабенко ошибается. И сейчас у Легиона есть возможность забить. Андрианов штрафной на ударной позиции бьет. И... Денис Зайка не замерз, там в тонусе находится. Отражает этот удар на угловой. Седов, назад скидка, ее читает Лихобабенко как раз. А теперь Говоров против Борзенкова, Туменко, Бесчастных. Хорошая атака проходит. И какой пас великолепный. Забивает с лету. Нет. Дементьев не позволяет состояться красоте. Очень здорово было сыграно. И в лед бил Милешин. Может быть, не совсем сильным получился удар. Но Дементьев все равно, можно сказать, что и выручил команду. До упора стоял. Не стал заваливаться. Гадать там, может быть. Не поймал его на движении. Восьмой номер армейцев. Хабабенко. Ножонков. Последняя минута. Идет. Бесчастных. Ну, как звучит, да? Приятно. Бесчастных отдает на Милешина. И опасный момент. Говоров 6-1. Валерий Лихобабенко записывает на свой счет голевую передачу. Но это совсем разгром. На последней минуте отличается еще один бомбардир. Ну что ж, давайте перечислим авторов забитых мячей в сегодняшнем матче. Потому что я не думаю, что кто-то успеет еще какую-то голевую акцию провести. Папин Казарян счет открыл на второй минуте. Затем Максим Бунтов на 22-й, на 28-й вывел ЦДК вперед своими двумя мячами. Затем уже во втором тайме Владислав Котожонков забил третий гол. Роман Памшев четвертый. Ну а подвели итог противостоянию Александр Туменко и Андрей Говоров. 6-1 ЦДК громит Легион. Где-то, может быть, при равной игре в первом тайме, но совершенно по делу по игре во второй половине. Будем прощаться, друзья. Для вас эту игру комментировал Кирилл Разумовский. Увидимся здесь, на полях Северной лиги.